Скажи, пожалуйста, как тебе показалось, предыдущий соперник был сильнее или слабее сегодняшнего? Ну, сегодняшний соперник посильнее был предыдущего. Ребята крепкие, так что все по делу. Не показалось ли тебе, что они достаточно грубо играли? Да, мы также грубо играли, но, в принципе, более нормально сыграли, чем в предыдущей игре. Ну, более-менее пойдет. А первый забитый мяч психологически не помог команде собраться и додавить? Ну, что-то ребята подрасклились, если честно. Я думал, как-то более надежно сыграем в защите, но не так это было. Жаль, конечно. Вы все-таки начали играть в атакующий футбол. Почему потом переломилась ситуация? Ребята подустали, не готовы физически к таким нагрузкам, как вот со стороны команды соперника. Ну ладно, спасибо им за такую игру, молодцы. А в чем проблема подготовки? Некоторые ребята просто не ходят на тренировки. Вот, и поэтому такая форма у них. Что ж, удачи, надеюсь, у вас все будет лучше в следующем сезоне и турнире. Спасибо большое.